о покаянии и об Ироде, и Иоанне Крестителе. Давайте подумаем вместо ваших рукоплесканий о том, что вам полезно. И напомнив немного собраний, кое о чем относительно нравственного образа жизни, побеседуем с вами о том, за что проповедник награждается самыми незначительными рукоплесканиями, но после чего у слушателей рождается сильное желание достигнуть спасения души. Хороша и подходящая для набожных душ речь о вере. И когда мы видим ревность вашу, пробуждающуюся во время выслушивания слова о вере, мы ясно понимаем любовь вашей души к своему владыке. Как худой раб порицает господина, так благоразумный слуга радуется, когда господина все хвалят. Поэтому желание похвалы для господина есть доказательство благорасположения слуги. Хорошо бывает мыть сосуд души, чтобы, очистив его нравоучением, подготовить к восприятию мира благовония богословия, потому что в лукавую душу не войдет премудрость. Премудрость Соломона 1.4. Нам предстоит коснуться в настоящей беседе вопроса о жизни с той как раз стороны, которая требует весьма тщательной осмотрительности. Именно, если я буду очень обнадеживать вас покаянием, то должно опасаться, чтобы кто-нибудь в расчете на будущее покаяние не ослабел и не сделался беспечнее в жизни. С другой стороны, если я буду замалчивать надежду на покаяние, то опасаюсь, как бы кто не отупел духовно и не предался телесным страстям. Одинаково, как беспечность, когда душа расслабляется от удовольствия, так и потеря надежды на покаяние располагает к изнеженной жизни. Поэтому речь должна быть разделена на две части. Одну для здоровых, а другую для слабых. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 1 Коринфянам 10.12. Кто начал падать, пусть предупредит падение покаянием. Если кто подвергся опасности падения, пусть не падает. Если кто и после предохранения упал, пусть не теряет надежды на человеколюбие того, кто восстанавливает падших. Случается иногда испытывать незначительные колебания. Едва не поколебались ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным. Бывает, что тот, кто уже поколебался, получает помощь от Господа. И я говорил: «Подвиглась нога моя, но милость Твоя, Господи, помогла мне». Случается даже так, что и того, кто не только колебался, но уже падал и подвергался опасности, прежде чем совсем опуститься, Бог не отвергает. Бог не желает и отвергнутого отвергнуть, но принять его. А тот, кто пал, неужели погиб совершенно? Никогда. И для него есть утешение, когда сказано: падает, не разобьется. Почему же так? Ибо Господь подкрепляет руку его. Случается еще так, что человек падает легко, но дальше по пути падения не идет. Да и те, которые пали глубоко, разве не совсем погибли? И здесь мы видим тоже милосердие Господне. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Псалмы, прекрасно доказывая это, мне кажется, не приводят нас к отчаянию в покаянии, потому что о Боге они говорят так: «Бог судит праведных». Не пренебрегай этим изречением, справедливость каждому воздаст по заслугам. Сначала выслушай, что значит быть справедливым, и приготовься к защите. Часто ведь является такое предположение: если Бог справедлив, то почему Он не тотчас воздает грешникам? Такой-то несправедлив и процветает, какой-нибудь грабит и богатеет, иной наглец и господствует. Как же это согласуется с правдой Божией? Если Бог справедлив, почему Он не тотчас посылает наказание грешникам? Неужели Он справедлив, но не имеет силы тотчас воздать наказание грешникам? Ведь бывает иногда, что судья справедливо судит, но не может привести в исполнение свое решение. Итак, неужели наказание отсрочивается вследствие бессилия? Да не будет этого. Потому-то и пророк тотчас прибавляет:
Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий. Как справедливый он знает, что справедливо, и как крепкий он может привести в исполнение то, что думает. Но где же причина отсрочки грехов? Для чего это отсрочка наказания? Как справедливый он знает согрешающего, как крепкий он имеет силу довести решение до конца. Итак, какая же причина промедления? В объяснении же того, что значит долготерпелив, Псалом продолжает: «И не во гневе враждует», или при незначительной перестановке слов, «и на всякий день наводит гнев и строго взыскивает». Если человек не обращается, поэтому если обратимся, не тотчас испытаем удар. Хочешь видеть крайнее его человеколюбие? Оружие свое изостряет, стрелы делает палящими. Не сказал, что воспользуется острием меча, но изостряет для того, чтобы ты, видя блеск меча, своим раскаянием предупредил удар его. Блеском устрашает, но не посекает. Пусть действует сначала страх, твое раскаяние пусть предотвратит удар. И чтобы тебе была вполне ясна цель судьи, он приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими, изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его. Разве этот образ не может устрашить? Разве эти слова не говорят о бестелесном? Здесь как будто какой художник представил перед взором судью. Представь себе, что лук у меня натянут, руки наготове. Одна отталкивает от себя лук вперед, а другая натянула тетиву. Стрела удерживается концами пальца, судьи. Лук натянут, стрела положена. Судья наготове. Не пренебрегай луком, он натянут, но не теряй надежды на раскаяние. Стрела еще не пущена. Не расслабляй себя избытком долготерпения и не имей намерения навсегда отдаться удовольствием. Не говори, пока еще понаслаждаюсь любовью, пока попользуюсь молодостью. Немного спустя придет время покаяния, завтра покаюсь. Во время старости буду беречь жизнь. Тщетны подобного рода рассуждения, дурны решения твоей воли. Плохим советником служит для тебя твоя похоть. Ты говоришь, сегодня согрешу, а завтра покаюсь. Хозяин ли ты завтрашнего дня? Кто тебе поручится за завтрашний день? Если ты вникнешь как следует, то окажется, что и сегодняшним днем ты вполне располагать не можешь. Одна часть сегодняшнего дня прошла, а другая ведь еще впереди. Та уже не твоя, а эта пока еще не твоя. Ты говоришь, сегодня я воспользуюсь удовольствием, а завтра покаюсь. То, что в твоих руках, ты отдаешь удовольствию, а то, что не твое, покаянию. Воспользуйся лучше моим советом. Сегодняшний день отдай покаянию, а греху не оставляй даже и завтрашнего. Как хорошо, что Божественное Писание всеми способами отвлекает нас от греха. Не ожесточите сердца вашего, как в Мирии, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. И утешайся, доколе еще день. Тут часто строит свои козни дьявол. Когда он замечает, что душа начинает чувствовать грехи и думать о последствиях наказания, то наводит такого рода мысли: «Я еще молод, придет время для раскаяния, а ныне я пока воспользуюсь тем, что есть, пока еще повладею предметом спора. От этого-то я как-нибудь защищусь, но покончу сначала с наслаждением и удовольствием, а потом успею покаяться». Приходит опять завтрашний день, и он опять совершенно опутывает тебе этими же самыми дьявольскими рассуждениями, опять указывает на будущее, а от настоящего отвлекает. Итак, каждый день сегодня удерживает тебя тут в удовольствиях, а надежды на раскаяние относя на завтра. Он заставляет тебя без пользы тратить свою жизнь день за днем на служение греху. 976.
конечно, ты вооружись против удовольствия, послушай Господа, взывающего. Сегодня мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Матфея 5:25. Это касается всех, особенно же тех, кто любит вмешиваться в чужие дела. Для них это прямой урок, чтобы они не отдавались с такой настойчивостью судебным тяжбам. В самом деле, и в тяжбах лучше предупредить неизвестное решение суда мирным соглашением, чем надеждой на победу вовлекать стороны в пучину неизвестности. Ты уверен в своих документах, надеешься на благоприятный исход, защитник, протягивая руку за взяткой, обещает победу, чтобы заключить условия оплаты за услугу. Иногда даже и судья, уже подкуплен наперед, открывает тебе решение суда. Ты успокаиваешься на нетвердой надежде, потому что если ты вперед, обратившись, подкупил судью, ты открыл двери для других взяток. Подумай ведь, о том же самом заботится и твой противник. И часто, когда судебные дела твои все равно как будто плыли при ясной и спокойной погоде, тебя незаметно начинают убеждать опустить паруса. Разве ты никогда не видел, чтобы море было спокойно у морского берега и волновалось в глубине? Сколько отправившихся в ясную и тихую погоду, доплыв до середины моря, потерпело кораблекрушение вследствие неожиданных бурь и волнений? Так бывает и с судом. Иногда начало предвещает надежду, а конец приводит к исходу противоположному. Поэтому хорошо бы, как я сказал, предупреждать денежные тяжбы дружелюбным соглашением, для того, чтобы кроме окончания тяжбы приобрести себе и друга. Нехорошо не только собирать обвинения, но и начинать их. В этом случае пощада лучше гнева. Однако, мне думается, здесь речь идет не об одних только деньгах. Мирись с соперником твоим, когда идешь, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье. Это прибавление дает мне повод видеть здесь нечто большее. Если бы речь касалась только денежных дел или пустых обвинений, зачем прибавлено, пока ты еще на пути с ним? Какой соперник пойдет в пути вместе со своим соперником? Кто во время путешествия сообщается с тем, с кем не соглашается в мнениях? Разве он не побоится, что тот, утащив письменные документы, подговорит свидетелей, устроит нападение на большой дороге? Итак, очевидно, мы имеем дело здесь с таким противником, который нам всегда сопутствует, сообщество которого, несмотря на все предосторожности, мы избежать не можем. И притом таким противником, к которому мы сверх того относимся с благорасположением. Итак, кто же этот действительный противник? Если поищешь тщательно, ты найдешь, что это твое собственное тело. Оно ведь противоборствует твоему духу. А что бы ты ни подумал, что это только мои слова, вот и Павел подтверждает сказано: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Галатам 5:17. «И не манихейское учение предлагаю вам, не утверждаю того, что тело создано другим Творцом, но говорю, что плоть, имея советником удовольствие, желает того, что противно духу, а дух, опираясь на надежды на будущее, идет против плоти. Страсть к мирскому и стремление к Царству Небесному противоположны друг другу». Вот он противник, который, хочешь ты или не хочешь, не отстает от тебя в пути, а путь есть жизнь. Душа ревнует о подражании своему образу, плоть же тяготеет к земле, а это противоположно одно другому. К этому сопернику твоему будь благосклонен. И когда? Пока идешь с ним на пути, пока ты еще с ним в этой жизни. Потому что если путь окончится, потом не будет времени для покаяния, ибо в смерти нет памятования о тебе. Во гробе кто будет славить тебя? Итак, с этим противником твоим обходись благосклонно. Не сказал, угождай ему, но будь благосклонен.
Неприятное ты должен делать противнику своему, но, будучи благоразумным, призывать его от удовольствия к покаянию. Не приказывай, чтобы ты, подобно повару, делал все для удовольствия тела, но хочешь, чтобы ты был для него врачом. Ведь врач часто и горькое примешивает, и режет, и прижигает, и, увеличивая тягость, берет плату. И хотя он причиняет больному некоторые неприятности, но делает это с целью улучшения его здоровья. Да не предаст тебя судье, будущему судьи. Твой соперник таков, что если ты теперь ему станешь угождать, то тогда судья предаст тебя слуге, разумея, мстительным силам, и ты будешь брошен в тюрьму, во тьму кромешную. Страшное это место. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Если до смерти заплатишь долг, освободишься. Если же умрешь должником, то от тебя потребуют без остатка даже самый незначительный долг, что и значит последний кадрант. Это то, что помышления человеческие будут испытаны. Зная это, братья, сопоставьте и сравните. С одной стороны удовольствие, а с другой будущий день суда и решение судьи. Вы тотчас поймете, насколько горько удовольствие, как только узнаете, насколько горькие его плоды. Хотите ли, мы из двух описанных в Евангелиях пиршеств извлечем несколько назидательных для собрания уроков касательно того, каков бывает конец тех, кто любит удовольствие, и каков плод для тех, кто приносит покаяние. И ты не удивляйся тому, что Священное Писание нередко описывает пиры любящих удовольствие. Оно описывает все, от чего ты должен оберегаться, к чему подражать. Описывает оно дела, предающихся удовольствием для того, чтобы постоянно выставлять их самих на позор, и чтобы ты избегал подражания им. Описывает оно и дела любящих Бога, чтобы ты нашел в них пример для покаяния. И сопоставив рядом того, кто гонится за удовольствиями, и того, кто любит Бога, от одного бежал, а другому подражал. Пусть это будет вместе с тем и уроком для благоразумных, чтобы не слишком услаждать глаза свои общественными зрелищами и не спешить на конские ристалища и не захватывать еще ночью места в театре. Безумно ведь это жажда непристойных зрелищ. И в самом деле, люди не могут дождаться дня, сгорая от нетерпения, и еще ночью захватывают места тьмы, чтобы непристойными зрелищами усладить взоры или посмотреть на схватки борцов с дикими зверями. И сидя там, нередко зрители, люди выражают больше расположения к зверям, чем к подобным себе людям. Неужели тебе не жалко того несчастного, который из-за куска хлеба добровольно отдает себя на съедение зверям и в угоду ненасытимой страсти насыщает собой утробы зверей? Но у него желудок ненасытен, а у тебя же ненасытные глаза. Иной выходит шутом, на позор себе самому производит ужимки, за плату выдает себя с головой на смех, не стыдится, даже если его бьют публично, сам подставляет щеки под удары, а волоса сбривает бритвой, чтобы ни один волос не свидетельствовал против его бесстыдства. Иной посвящает себя похотливым женским пляскам, вопреки природе и с досадой на то, что родился у своих родителей не женщиной, и таким извращением природы даже гордится. Чего только не делают люди ради своего чрева и корысти, и из-за тщеславия позорными делами. А таких прилично привести свидетельство Павла. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Филиппийцам 3:19. Не ходите же туда, не спешите делать шаги в том направлении. Да и на своих пирах не допускайте непристойных увеселений. Иногда ты говоришь: «Хорошо, я откажусь от театра и даже не взойду на ступеньки. Можно повеселиться и попировать дома». Но и тут у вас повторяются неприличные театральные сцены. Что тебе пользы в том, что ты отказался от театра? Не к камням ведь мы чувствуем отвращение. Ведь не камни театров осуждаются, а безобразие того, что там совершается.
негодность неприличных зрелищ, которые через органы зрения и слуха, как через какие-нибудь окошки, вводит вора. Итак, когда ты отказался от театра и к столу своему допустил бесчинство представлений, ты сам не замечаешь того, что дом свой обратил в театр. Ведь не место театра я ненавижу, но опасаюсь за нравы собирающихся туда. 979. А чтобы ты знал, что и допускаемое на пирах непристойное и пагубное для души зрелище заслуживает осуждения, я напомню тебе тот пир у царя, а вернее сказать у тирана, который описан в книге Евангелий. Обед был у царя, или правильнее говоря, у тирана, в день рождения Ирода, скверной лисицы, хитрого зверя, запятнанного кровью. Зная его характер, и Господь не сказал: «Скажите этому льву», хотя этот зверь и представляется царем, «но скажите лисице», потому что, хотя он имел силу льва, но по характеру был похож на лисицу. Когда пир начался, и все собрались, чтобы выпить вина, является на пир танцовщица. Постыдное зрелище, и негодное, жалкое, если бы она даже выступила в театре и на сцене, не говоря уже о царском пире. Хочешь ты знать, насколько постыдно было зрелище на этом пиру? Танцовщица из царского рода, дочь Иродиады, род царский и поведение танцовщицы. Это та самая Иродиада, которая не удержала себя в границах природы, которая была в замужестве за Филиппом, а жила вместе с Иродом. Загадка то, что я говорю. Но конец необузданности обыкновенно приводит к разрешению загадок. Ирод, оставив память о брате и весь сделавшись рабом невоздержания, был хотя и царем иудеев, но больше был рабом удовольствия. Может быть, так и должно было быть. Каковы подданные, таковы и правители. Из-за этого-то сожительства великий, больше чем пророк, Иоанн смело обличал Ирода в невоздержании. Поистине, он даже больше пророка. Ведь всякий пророк только тогда удостаивался пророческого дара, когда достигал зрелого возраста, а некоторые даже и много позднее. Один только Иоанн, будучи еще 6 месяцев в утробе матери, питаясь сообразно с законами природы при содействии Бога, во время приветствия матери взыграл несовершенный членами, но совершенной верою. Но, может быть, плод в чреве матери радостно взыграл, ускоряя, если возможно, определенное время природы. Он увидел присутствующую матерь владыки, но стесняется охраной чрева и радостно играет. И так как он еще не мог говорить и, не имея языка, не мог еще и издавать звука, он, воспользовавшись языком матери, пророчествует и говорит через Елизавету. Иоанн из утробы подсказывает матери слова. Итак, несправедливо ли называется он большим, чем пророк? Есть также и другая причина, почему он больше пророка. Пророки предсказывали будущее и сильно желали видеть то, что они проповедовали духом. Предвидели, поэтому они взывали: «Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое, даруй нам». Поэтому Господь и сказал о них: «Многие пророки и праведники желали видеть, что видите вы, и слышать, что вы слышите, и не видели, и не слышали». Итак, пророки предсказывают будущее, а Иоанн прямо указывает того, о ком предсказывает. Будущее он предсказывает еще в чреве матери, а впоследствии говорит уже так: «Тот, которому недостоин я развязать ремень у обуви его, стоит посреди вас», как указывает: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». И вот этот пророк, и более чем пророк, не потерпел постыдного сожительства, но с дерзновением выступил в защиту попираемого целомудрия. Это прекрасный рассказ, пусть каждого из вас вразумит, что даже при отсутствии явных гонений дверь мученичества всегда пред нами открыта. Разве Иоанна кто-нибудь влек к жертвеннику или к курению ладана?
или принуждал к совершению жертвы и возлияния? Ведь никто не сказал «отрекись от Бога», ведь никто не сказал «принеси жертву идолам». Но во имя целомудрия, выступив со смелым словом обличения, он является мучеником целомудрия. Чтобы ты знал, как сильна откровенная пророческая речь, он говорит царю: «Не достоит тебе иметь жену брата твоего». Видишь, как естественно добродетели господствуют над пороком. Ирод, царь, имеющий оруженосцев, изобилующий богатством, правитель, пользующийся царской властью. Иоанн же, бедняк, без пристанища, без отечества, неимущий, голодный, съедающий столько, сколько требует природа. А между тем тот, кто одет в одежду из верблюжьей шерсти, является законодателем для того, кто одет в пурпуровую мантию. Странствовавший в пустынях указывает правителю многолюдных городов, собиравший саранчу с трав и питавшийся диким медом, властно наставляет того, который держал роскошную царскую трапезу. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. И вот когда следовало бы благодарить за это, облагодетельствовать, или же почтить учителя целомудрия, Ирод пришел в раздражение, а еще более разъярилась Иродиада, потому что близкие по именам, они еще более близки были друг другу по нраву, как послушные одному и тому же ярму. И будут два не в плоть едину, но в невоздержание едино. И за это заключает пророка в темницу, чтобы показать свое неразумие. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Притча 9.8. А будешь обличать неразумного, он еще более возненавидит тебя. Заключается в темницу, но не оставляет свободы слова. Расторгни, говорит, мои члены, но только разреши незаконное супружество. Но вот в то время, как он томился в темнице, устраивает Ирод то горькое, нечестивое и кровожадное пиршество, печальным концом которого было убийство пророка. Входит Иродиада, дочь Иродиады, дочь не только по плоти, но и по духу. Входит в пьяное собрание, пляшет публично царская дочь, которой неприлично было выходить из спальни. Неприлично было показывать на глаза мужчинам. Но должно быть, как Иоанн немного раньше говорил языком своей матери, так и девица позаимствовала бесстыдство от своей матери. Входит на пир. Мало было одного этого для величайшего бесстыдства. Как еще входит? По-царски ли? Торжественно ли? Не евнухами ли сопровождается и служанками? Не с другим ли каким почетом и пышностью? Нет. Входит с пляской. У худого входа была еще хуже цель. Среди пира плясала она на виду всех невоздержанных гостей, когда вино еще более возбуждало похоть. И хочешь знать худшее? Не просто только плясала она, но хорошо плясала. Бесстыдству свойственна особенная тщательность в злых делах. И вот скоро оказывается, что не без успеха делается это постыдное дело. Нравится пляска Ироду и возлежавшим с ним. И эта лисица не закрывает своего лица от срама. Видит дочь брата и той, с которой незаконно жил, пляшущую среди мужчин, и не стыдится. Но находит даже приятное в этом, потому что понравилось это ему и возлежавшим вместе с ним. И с милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Хотел бы я, чтобы он поучился хоть немного у Павла. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Но она угождает постыдным делом и получает награду хуже самого поступка, потому что Ирод поклялся. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства».
Видите, до чего доводит человека удовольствие? Видите посрамление любящих зрелище? Ты наперед клянешься, дам тебе, что попросишь. И танцовщице предоставляешь назначить просьбу, клятвой утверждая свое решение. Видишь ли, как страсть к удовольствиям влечет к земле достоинство царей? Видишь, как унижает она царство? Чего бы только ты ни просила, дам тебе даже до половины царства. Уж не повреждены ли глаза твои? Раз поплясала девушка, и ты отдал половину. А если бы в другой раз поплясала, царь тогда остался бы простым человеком. Где достоинство предающихся удовольствиям? Где пурпуровое платье распутных? Половину царства бросил к ногам танцовщицы. Молись, чтобы не стала она плясать вторично. Или если станет плясать, то хоть бы не так успешно. В противном случае придется тебе пойти нищим. Итак, награда была назначена ни с чем несообразная. Чего же требовала эта танцовщица? Она нелегкомысленно указывает себе подарок. Не тот час требует награды, но наперед наученная матерью уходит с намерением посоветовать относительно награды злой наставницей. И какую же требует награду? «Дай мне сейчас же, здесь, на блюде, голову Иоанна Крестителя». Бесстыдство ли удивительное мне оплакивать? Позор ли самого поступка? Обещание ли царя или требование награды? Но не содрогаетесь ли вы при мысли о том, до чего доводит пляска? Не чувствуете ли вы отвращения к значению рукоплесканий? Не презираете ли полуобнаженных? Осмелишься ли ты ввести в круг своих друзей танцовщика? Осмелишься ли и сам подружиться с танцовщиком? Неужели не будешь ненавидеть того занятия, которое вызывает небрежный смех у зрителей? Вызывает смех, а доведенный до крайности убивает пророка. Ненавидеть должны мы пляску изобретения демонов, упражнения злых духов. Правда, опечалился Ирод, услышав просьбу. Но опечалился, можно сказать, слегка подражая Пилату, или правильнее Пилатову нраву, потому что рассказываемое событие случилось раньше события с Пилатом. Умывает руки тот и предает Христа на осуждение. Печалится и этот, и в то же время из-за клятвы и ради возлежавших сдерживает свое обещание. Несправедливо ли сказал Господь сегодня, не клянись вовсе? Слышишь увещание владыки? Не клянись вовсе! Зачем в самом деле ты клянешься? Затем ли, чтобы при нарушении клятвы поймать в ловушку самого себя? Или чтобы при соблюдении клятвы убить пророка? Плохо то, что поклялся, но еще хуже то, что сохранил клятву. Однако ради клятвы возлежавших с ним не захотел отказать ей. Возлежащих ты устыдился, а судьи не устрашился и приказал, говорится, и тотчас принесена была глава Иоанна Крестителя на блюде и отдана девице. Вот и горчайший конец горького пира. Отсекается голова пророка, дается девице, и девица принимает, не содрогается при этом зрелище, не пришла в ужас при виде головы, не отвратилась от капель крови. Поистине, кровожадная львица и еще более кровожадный детеныш. На блюде кладется голова пророка, на котором обыкновенно носится пища. Один и тот же сосуд и для пищи, и для убийства. И в тот час, когда из раны текли еще капли крови, и сама голова еще трепетала, она поспешно принесена была на пир, а язык все еще шевелился и говорил: «Не должно тебе иметь ее». И взяв, она отнесла матери своей. Наставница в пляске получила нечестивую плату за злые уроки. 982. Мы вынуждены были с такой подробностью изложить это событие, чтобы открыть глаза охотников до зрелищ и убедить вас отвращаться от подобного рода представлений. Однако мы не закончим беседы этим печальным рассказом, и танцовщице не удастся воздвигнуть преграду на пути церковного слова, но противопоставим необузданному
тираническому и горькому пиршеству владычную вечерю, исполненную человеколюбие, чтобы понять, каковы бывают плоды покаяния. И оправдана премудрость всеми чадами ее. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он вошел в дом фарисея, возлег с ним. Вошел владыка и возлег. Хотя он и знал намерения приглашавших, но великодушно снисходил. Лука 7.36. А что пригласивший был лицемер, это откроется из дальнейшего, когда Господь возлежал, и трапеза еще продолжалась. Некая женщина, говорится, с того города, которая была грешница, услышав, что Иисус там возлежит, входит в дом и, принесший сосуд мира, стала выливать на ноги владыки и целовала их, и вытирала своими волосами. Чтобы убедиться, что пригласивший был лицемер, посмотри, что фарисей думает про себя. Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Фарисеи не только лицемеры, но и завистники. У тебя Христос возлежит, хотя и знает твое поведение, и никто не завидует. Но пришла грешная женщина искать спасения, и ты, фарисей, позавидовал, может быть, ей. Итак, для того, чтобы убедить тебя, что он пророк, и притом не простой пророк, а пророк совершенный, ведь что было удивительного в том, если он узнал, что женщина была грешницей? Об этом нетрудно было знать и по народной молве, и ты, фарисей, не будучи пророком, знал это. Итак, для этого он обнаруживает, что знал гораздо больше о жизни той женщины, ходила уже молва, тем более, что она была великой грешницей. А Господь, чтобы показать свою божественную силу, читает мысли фарисея. Ведь рассказ не показывает того, чтобы фарисей обратился с замечанием к кому-нибудь из возлежавших, но про себя говорил, про себя рассуждал. И так знай, что он не просто пророк, но совершенный пророк. У тебя в тайниках ума шевельнулась эта мысль, а владыка ее прочитал. Ты в глубине души таишь свое чувство, а Господь его уловил и врачует. С этой целью он рассказал о двух должниках, одному из которых взаимодавец простил 500, а другому 50 динариев, и спросил, который более возлюбит. Когда фарисей ответил, тот, которому простил больше. Господь воспользовался тогда его ответом для сравнения его фарисея и той женщины, получившей прощение многих грехов. Ее я не хвалю за прежнюю жизнь, но ради такого конца считаю счастливой. Конечно, она была блудница и распутница. Однако пусть никто не порицает ее вместе с фарисеем. Пусть объяснит это Павел. Пусть выступит он защитником женщины. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Так вот, исследуем рассказ подробнее, чтобы не только ублажить эту женщину, но и самим научиться. Приходит к Иисусу с приготовлением, неся мира в сосуде и слезы в глазах. Неодушевленный сосуд мира и живой источник покаяния. За плотское тело она приносит мира, чтобы заглушить зловоние распутства. Мерзок ведь грех, как и Давид свидетельствует. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Всякий согрешающий производит зловоние, всякий кающийся приготовляет мира. И как много благовонных трав в мире, так много различных родов покаяния. Так и должно быть, чтобы из многих родов жизни собирались многие плоды, чтобы приготовить мира покаяния. Хочешь знать смирение женщины? Другая женщина, принесшая однажды мира ко Христу, вылила ему его на голову. И вообще поведение ее было смелее. А это сознание глубины своего падения не осмеливается совершить возлияние на голову, но касается только его ног. Однако и ноги его не были лишены силы. И понятно, если не только одежда Спасителя, но даже край ее сообщает уверовавший полное выздоровление –
и делает похвальным ее воровство, то насколько более ноги Христа могли уничтожить страдания от грехов. Далее, не мира только она возливала, но пролила и потоки слез. Блаженны те источники, откуда выливаются у этой женщины реки, омывающие грехи. А тебя пусть научит она, зачем Бог даровал нам глаза. Разве для только того, чтобы служить зрению? Но это и есть и у каждого бессловесного животного. Причем, если вникнуть в дело, то некоторые из бессловесных имеют зрение более острое, чем у нас. Поэтому для тебя глаза не только слуги зрения, но и соучастники покаяния. Счастлив ты, если соблюл купель крещения. Если же ты, как человек, уже успел растратить ее дары, приведи в движение источники слез. У тебя есть целый колодец. Из глубины сердца почерпай скорбь. Тронь оба близнеца, глаза. Пролей потоки слез, затопи слезами свои прегрешения. Незначительные ручейки от дождя уносят легкие стебельки. Значительные же глубины реки и речки. Бурные горные потоки бывают в состоянии увлечь с собою глубоко сидящие в воде пни и тяжелые камни. Взвесь свои грехи. Если прегрешение твое незначительно, достаточно и немногих слез. Если грех велик, то больше должен быть и поток слез. Если же у тебя есть уверенность в жизни и готовность плакать, и сердце сокрушенное, и еще не все слезы ты выплакал о себе самом, то удели и мне часть слез. Плачь о грехах брата. А вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Не согрешил Самуил, но он плачет за согрешившего Саула. Павел сосуд избранный, но скорбит о нас. Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся? Видишь, что мои соблазны сокрушают сердце Павла. Однако нужно, чтобы у каждого из нас доставало слез для своих согрешений. Будем подражать женщине. Слезами орошает ноги Иисуса, мажет миром. Слезами ноги. Откуда грехи, оттуда и врачевание. Ты слышал, что Иисус говорит сегодня? Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. От взгляда начинается грех. Где корень распутства, там источник врачевания. И распустив волосы, разве купившая мира, достававшая алавастр, не имела приготовленного полотенца? Разве не могла она оросить слезами, а вытереть полотенцем? Нет, не осмелилась она сделать это. Вытирать полотенцем это было сохранено для Христа. Может быть, она и из боязни обезопасила себя, не хотела, чтобы врачевание воспринято было на себя бездушным предметом, тогда как грешило ее собственное тело. В самом деле, какая была ей польза, если бы она бездушное полотенце осветила прикосновением к телу Христа? И вот она обновляет природу, вместо полотенца отирает волосами. Откуда грех, там и врачевание. Всеми членами согрешила, все их и врачует. Смотрела сладострастно на юношу, проливает источники слез. Согрешила поцелуями, как блудница, и прикосновением рук осквернила душу. Теперь лобызает ноги Христа, чтобы вытереть уста и очистить от скверны. Вытирает даже волосами, научая, может быть, и этим кое-чему не знающих приличия женщин. Так как и изысканная прическа волос часто служит сетью для молодых людей. Почему и Павел прекрасно увещевает украшать себя не прической волос, так как теперь она осознала в душе, что она уловила плетением волос многих молодых людей, как диких коз петлями, то волосами же и желает выразить покаяние. И как часто заплетала нечестиво, так раз навсегда расплела благочестиво. Итак, какую же она получает награду за дела, которыми выразила она свое покаяние? Послушай, что сказано владыкой. За то, что она возлюбила много, прощаются многие ее грехи.
985. Владыка разорвал рукописание, а на вас составляет то, что разорвано. Видел ли ты когда трудолюбивого человека, собирающего разорванную рукопись и старательно склеивающего ее опять, чтобы опять пустить в ход клевету? Владыка разорвал рукопись, простил долг, а поверенный клевещет. Но коротка у нас речь о Навате. Подражай той женщине, и ты получишь награду врачевания. Я не боюсь суждения Навата. Не придет он судить живых и мертвых, и не поставится Навату для суда 13-го трона вместе с 12 апостолами. Кто покажет мне усердное раскаяние, я поручусь тому за милость Иисуса Владыки. Покаяния на словах, конечно, недостаточно. Должно быть, должны и дела покаяния. Если ты скажешь «каюсь», и снова как пес возвращаешься на свою блевотину или как свинья в навозную грязь, то, конечно, твое слово не приносит пользы, а грязь затопляет. Если же ты желаешь как следует покаяться, то бодрствуй над грехом и постарайся сохранить в безопасности остальное. Лучше не иметь совсем раны. Если же, однако, нельзя обойтись без нее, то скорее лечи, скорее перевязывай, чтобы не смотреть на нее с отвращением, когда она закишит червями. А когда затянется рана, берегись поранить себя вновь. Рану причинить недолго, а заживить ее стоит большого труда. Что же касается милосердия судьи, то его легко доказать не только на словах, но и на самом деле. Вы слышали, конечно, о милосердии владыки, который вместе с другими похвалами блаженному Петру изрек такие слова: «Дам тебе ключи Царства Небесного. Кому простишь грехи, простятся, а у кого удержишь, удержатся». Не указывает ли это на милосердие владыки? «Дам тебе ключи». Почему же не дал он Иоанну, который припадал к груди владыки, имея несомненный знак любви? Почему не дал Иакову, которому первому отрубили голову? Написано: «Убил Ирод Иакова, брата Иоаннова, мечом». Хочешь знать, как любил Иоанна? С самого креста говорит матери своей: «Се сын твой». Будешь ли искать любви больше этой: «Се сын твой»? Тут оправдалась народная пословица. Что значит друг? Другой я. «Се сын твой», как мать представил ее ему. Но почему же в таком случае не ему вручил Господь ключей царства, хотя и более всех любил его? И в этом опять нужно усматривать милосердие владыки. Не дает ключей Иакову, не дает ключей Иоанну, не дает иному кому-нибудь из апостолов, свободных от греха, но избирает Петра по своему человеколюбию. Так как именно Петр, прежде чем запел петух, а прочему молчу из уважения к добродетели этого мужа, впал в грех прежде других, то именно поэтому никому другому из безгрешных учеников Господь не доверил ключей от Царства Небесного, но вручил их Петру, чтобы он, когда увидит кого-нибудь покаявшимся в согрешениях и освободившимся от них покаянием и желающим войти в Царство Небесное, вспомнив о своем падении, сделался помощником ему во спасении. Как мне не ублажать ловца церкви, который скормил таких щенят? Мы еще не успели показать им тела, оболочки мысли, а они уже поймали зверя. Однако по обычаю охотников, после того, как вы уловили мысли, разделим уловленные на части. Итак, мы говорили, что Петру вручил Господь ключи царства, а никому иному из безгрешных апостолов не доверил их, и сделал это для того, чтобы Петр, когда увидит некоторых из обратившихся от грехов и усиливающихся через покаяние войти в царство, потому что употребляющий усилия получает Царство Небесное, вспомнив о своем примере, и нам, приходящим с покаянием, открыл дверь. Видишь ли человеколюбие доверившего? Помни о ключах. Покайся, пока еще не заперто, потому что
Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Где грех, там и разрешение от греха. Не думай, что на земле удовольствие, а там покаяние. Здесь разреши, и тогда тебя примет Петр во Христе Иисусе Господе нашем, которому слава во веки веков. Аминь.